14 сентября 2015 года. Это поселок Потеряевка, Мартовский район. У нас приехал бульдозер, помогает восстанавливать дамбы возле прудов, так как они уже отвалились все. Он сейчас увеличивает. Вот этот пруд называется теперь Костровый. Рядом он, покажи, где костер. Отсюда видать. А он назывался Симаковский. А который теперь там лагерный, где крещение идет, называется Комогориха, называлась. Это по первым жителям. Тут Редькинский пруд, там дальше еще есть. Рядом с нами Медоновский, Андреяшин Лог. Андреяшин жил, и у них грань была. То есть единоличная была жизнь. И вот она оставила память на земле единоличие, когда человек раскрылся. Он показал, кто он. Вот Паскотина называют. Я сегодня дождь целый день идет. Я вторую палатку уже держу. Весь промок. Уйти нельзя. Все время надо показывать, где, насколько выше, ниже. Видишь, как заложили бревнами. Здесь. А дальше он сам насыпает огромный уже насыпь. И вот эти люди показали, что такие силы у них были. Паскотина, это где пасли скотину, так от слова скот. И канавы сегодня, все еще, спустя
Если взять, допустим, с 30-го года, и то это 85 лет. Там заросли уже и канавы, все. И на иные канавы, вот так вот по грудь у меня сегодня идешь. Это экскаватор копал. Это значит, они работали ночами. Не покладая рук. То есть сколько в человеке энергии, когда касается лично его для себя. И это вырвали, уничтожили. И государство такое устоять не может. Никаких. Вот это Гитлер не делал. Там свои бауры были, крестьяне. Здесь все уничтожено было. Я попутно все это говорю. Сейчас готовят процесс над коммунистами. Это страшнее Нюрнбергского процесса должен быть. И здесь вот смотришь на все. Без слез нельзя смотреть. Какие были люди. И вот этот восстанавливаем-то. Ну, это какая наша работа-то? Бульдозер ездит, платить деньги. Тут Малаханевский называется, где храмовый. Самое для нас трудный. Почему он называется? По всей вероятности, там Малаканка была. При нас она была уже ближе. И перед этим, кто жил-то, может быть, сами Потеряевы были. Люди перегораживали целый каскад вот таких прудов поменьше. Там, где выкопать нельзя им было. Но, естественно, от потопа. Это от потопа остались лага. Вот это видно будет, как они идут. Ну, на солнце, наверное, ничего не видишь. Как вода христала, она вымывала ровно так. Вот та поверхность, это ровно идет. Все. Такая глубина. Это миллиарды тонн, миллиарды, не миллионы, миллиарды тонн земли унесло. И прикрыло все деревья, которые тогда промокли здесь в течение года, вырвало с корнем, их унесло, и вот тебе каменный угол. Это вот наняли бульдозер. Я сегодня, может, даже полный расчет произведу. Кажется, это последняя работа, а остальные там, где хотели корни выдрать, они что-то... Денег нет. Я говорю, да я заплачу за вас. Там один час поработает, полторы тысячи. Это необходимо. Надо вот эти вот бревна лежат. Их потом заложить боком. Вот так вот надо положить. Это положить необходимо. Хорошо бы их сейчас развернуть, чтобы их не давило. Прямо упереть в это. Много все. Здесь рыба водилась, карась, говорит, 15-литровое ведра, и он в него не помещался, отец говорит. Такие были. А сейчас ничего нет, пиявки одни. Она вот такая наклоненная была. Ну прям маленькая. Он и начал писать, не берет нож, как я его толкнул. Он и начал выравнивать, подсыпать, чтобы она прилипала. Ну, блин, она мокрая, он натолок все. Смотри, какая там высота. Там был человек, наверное, вон там, подальше. В конце. Это он сегодня за один день сделал. Там еще едет человек на машине. Это или охотник, или барабаш. Проверить, как это что делается. Вот так. Это вот хорошее дело. Оставить память. Думать надо не о себе, а о будущем. Кто будет жить здесь. Нам-то это уже... Ну, как мне ничего уже не надо тут. Мы вокруг объехали, ближе нельзя. Тут машины даже помнят. Солончак. Глина солончаковая. Самая опасная. Она как кисель. Она не высыхает никогда. Сверху такая... Ну, сейчас на машине-то мы застряли-то, среди жаркого лета. Другой машиной нас вытащили. Вот, кто там выходит? Батюшка. Вот он выходит где. Покажи его. Сюда. Ну, что-то замещание сделать. Они хотели косметический ремонт сделать. Ну, вроде, что-то где-то подправлять. Да что ж подправлять-то? Через год опять тоже. Ее надо поднять дамбу, ее нам хватит на несколько десятилетий. Утолочь, если бы огородить еще, а тут быки подходят, они ее
начнут разрушать. Никто их удерживать не будет. Он батюшка смотрит. Да это он на машине, а там шофера-то нет, он сам за рулем. Вот он идет. Он нигде не вмешивается, батюшка. Придет, посмотрит, видишь, какие щеботы-то у него. Высокопреподобный. Его назвала Сава по делам Московской патриархии, там, митрополит, епископ ли прислал, высокопреподобный. Но вообще, даже ваше высокопреподобие, горе луковое, так звание любят, ваше сиятельство, князья, их всех расстреляли, все сиятельство, там высочество, еще только не было, высочество, что это за звание такое, вот. Ну, здесь уже идет все к концу. Если все будет благополучно, посмотрим, батюшка сходит сюда, охота с Алтеем. Вот так. Давай его снимем. Сюда. Так. Со стороны как они не покосили. Там посмотри, какая труба была заложена. Труба. 15 сантиметров диаметр. Думали удержать воду. Тут труба должна, если быть, не меньше, как 2 метра в диаметре. Он, батюшка, кстати, я упал бы. Еще бы ты не потеряй. О. Там все завалили. Вот здесь, вот смотри, край только не дать мне. Посмотри, вот как идет. Бревна-то идут. Вы бы мы несколько слоев наслали, но не могли. Так можно вам что-то сомнить не пробовать. А? Можно было бы что-то сомнить попробовать. Не, кабаяны. Или барабаш говорит, вон там, я начал уже застревать. Поэтому мы обошли вокруг. И когда поднимет до этого, выше, тогда только сюда. Здесь как раз и не надо делать транше, потому что здесь поить будут только с одной стороны. Когда пусть это сделает. Думаю, сделать здесь бетон, если поможет. Завозить надо гравий. Ничего. Еще. Вот смотри, еще там колеса, все как вытаскивать надо будет. Коробка, таранец. Все поболтает. Надо, значит, и тебе. Вот он говорит, что вместе, значит. Я не поеду. Зачем я поеду? Вот она с ним договаривается, с Алешей. Я-то еще поеду. Не разговаривать еще понятно. Посмотри, какие оба рыбаша и все такие. Пятерка, широкие, чтобы не было гнилья. Больше ничего нет. Сами обрезать будем. Раз уж Игорь говорит, я говорит, покажу, где свалить там около склада. И туда подведу, говорит, вы там все сделаете. Это берет Игорь. Вот он. Сегодня, смотри, так обрезать, так хоть где электричество, там обрезать, и где ну вам. Ну да, нужно. Циркулярка, электричество нужна. Какая у него нет циркулярки? Ну хорошо. Надо свалить, чтобы место ручная не мешало никому. Ну да. Потому что мы будем раскидывать, пилить. Игорь-то все это учел и дал нам место. Там у него прицеп железный стоит, пожалуйста, перед ним. Пожалуйста. Пустой угол. Там пожалуйста мы все сделали. Если Господь благословит, значит я сегодня ему полный закрою наряд уже. Ну а вот это-то кирпичи-то так и остались. Это, я да? Просил его, Игоря. Он говорит, да, пожалуйста, я говорю, это, подвинуть поближе, пусть еще раз потребуется. Ну я его спрошу, когда он вот это воздвигнет дальше-то, и здесь отсюда нигде не брать. Он перешагнет. Время уже 7 часов. Уже не успеет на рассвете. Он при фонарях работает. У него 3 фонаря. И посюда он выйдет. Мы вокруг обошли. Батарейка-то не кончится. Нет. Нет, тут все обдумано, батюшка. Все как надо.
Звонит сейчас Гордеев Михаил Федорович. Все, ролик какой-то сегодня поставили, 4 минуты, а где остальные? То есть люди приходят, ждут с Томска, отовсюду ждут. Я говорю, так а впереди ты оставил по 4, еще молчите-то. И главное, ты там говоришь проповедь, воспитание детей, Ян Златоуст. Неделя прошла, 36 человек посмотрели. 36. Вора поймали, уже за один день 180. Значит, воры сильнее достают. Сильнее. Так Сергей ведет занятие, которое там. Сергей с собакой посмотрел. Допустим, посетило, ну, 45 человек. Я дохлую собаку на дороге задавили. Это я ее палкой убираю где-то, уже 500 человек. Ну, видишь, людям всем надо что-нибудь такое. Ну, а рядом с ней собачка сидит, которая не отошла. Неординарное такое. Посреди асфальта мертвая собака и маленькая собачка сидит. И мы развернулись, и в это время другие. Я говорю, а вы кто будете? А мы вас знаем. А там милиция. Говорит, вы как-то у вас чужой зашел, может, приезжали с мамой. Такая встреча интересная. Вот он идет. Видишь, как он почти ничего не заделал. Здесь это старые. Видишь, как траншея там? 20 лет назад. И он как раз выравнивает, у него одна площадка получилась. И там он все раздает. А ты на это посмотри сегодня, как он должен понять. Видел? Я видел, когда занимает, так правильно убирает. Ну, да, понятно. Но если ты поедешь мимо, ты загляни. Ну заглянем потом, что будет. На это, где крещение, на этом пруду-то. Возвели с этой стороны, чтобы коров не подгоняли и вода не поднималась. Рано или поздно найдутся люди, которые забутят в середину и поднимут уровень. А уровень поднятый, это значит, вот, все тогда. Жить можно с рыбой. Вот видишь, как он был. Я стою, смотрю. Вот здесь вот ширина вот такая вот была только. Ну, сантиметров, наверное, полметра не было. А остальное вот так на скат. Он зашел, опустил нож, он не берет. Так же жилет он таскали. Не мог взять. Ну тогда давай помаленьку натаптывать. Видишь, какая высота-то получилась. Это старый мост. Но его нет ничего. То есть крылья поставлены. Погрели. А чтобы ему там пальцы раввин. Холод пробрал еврейский. Тут не до евреев. Тут едва, но дальше морковку тереть, судорога свело пальцы, не могу морковку держать. Вот так вот стянуло все. С утра с самого. Дождь. Два костюма надеты у меня, видишь? Вчера я тут один. О, а там костюм, теплая рубашка. Да сверху вот это вот еще. И продрог невозможно. Температура прям совсем. А он в кабинке сидит в одной рубашке. Отойти никак нельзя. Я только отошел. Он начал высоту делать не такую. Ну, а я, говорит, откуда знаю? Ты сейчас приходил когда? Пришел срочно сюда, я говорю, срезай. Он все делает беспрекословно. Жалко. Вот послушал я его. Ему от работы 20%. А 80% уходит на тех, которые рукой водят. Руководство называется. И кого только тут нету.
Ну, за горючее тут понятно, платит. А остальное-то насыплялись-то на него. Я посчитал у него, ну, получается, за 2 месяца он, ну, за 2,5, он стоимость бульдозера зарабатывает. Я говорю, да ты свой заведи бульдозер, зачем тебе их, этих людей-то кормить-то? Главное, это работа его. Я говорю, ты до 60 лет не доживешь, Алексей. Такая трудная работа, трясет, жара, пыль. Ну, у нас-то тут он очень доволен. Такой обиход, говорит, я, говорит, приеду домой, говорит, меня жена не узнает, разъелся. Сестры назначили, кто готовит, Люба приносит. На обед идут с подносами, тащат там блины. И чего только нету. Каждый день мясные котлеты ему. Тут арбуз, я ягоды найду, помидоры, он только улыбается. Во время работы на огородчик свой зайду. Надежда Васильевна, мне у нее ягоды, клубника есть. Я в кулек и ему принес тоже. Все же человек не дома. Вот в субботу снял все, говорю, постирать надо, отдали. Ну кто-то, одна сестра занята не могла, вторая сразу взяла, постирали. Сегодня я ему в кульке уже это все это сложенное отдал. То есть Бог дал нам такого бульдозериста, какого мы просили. Не материться, а курит. Но курит его, никто не видел, как он курит. Я ему сказал, бульдозер – это твоя территория. Ну, как корабль. Мы вот пристали в Америке, а полицейские там не могут ко мне сюда зайти, взять меня из каюты, вытащить. На это там посла надо собирать и прочее. Но если я сошел на пирс, сразу меня арестовали. Это их территория. Так и здесь. Я говорю, ты кури потихоньку. Так он настолько осторожен, я даже не вижу, когда он курит. Я говорю, где мы отработали, за пределами деревни, а везде у нас грань стоит. Там можете курить. А в храм, когда заходите, он может на встречу с митрополитом, видимо, будет здесь, то с собой, чтобы табака не было, я в кармане никогда, говорит, не ношу. Я говорю, ты бы бросил, Алексей. Такая трудная работа, да еще табак твое дело. Беда. Видишь как, вот молились, я всех просил молиться. Мы ни денег не просили, ничего. Нашлись люди. Благослови, Господи, Елену, Александра, которые помогли. Которые поняли, что от нас толку никакого нет без денег. А деньги дали мы тут. Хотя и делаем экономно, но нельзя сверх меры уже кого-то обижать. Вот сейчас я ему еще дам сигнал. Нашу молитву и всех, кто молится о нас, дабы дал Бог разума, как окончить это немалое дело. Услыши и прими воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное. И соедини нашу молитву, Господи, с молитвой всех святых, молящихся на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех, кто молится о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться. Спаси их и помилуй всех помогающих, Александра, Елена. Ты их имена, Господи, знаешь перед Богом. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Вот и все. Слава Христу.